Такому событию, как юбилей школы, здесь принято готовиться заранее. Но в нынешнем сезоне в планы учеников и преподавателей свои коррективы внесла пандемия. Мы не можем собираться большими компаниями, идут сейчас групповые занятия с соблюдением норм, поэтому концертные мероприятия запрещены, и, к сожалению, мы не сможем провести нормальный, так сказать, концерт. 5 лет назад еще в старом помещении школы празднование 50-летия проходило по всем правилам – с угощениями, концертом, почетными гостями. В 2019 году школа переехала в новое помещение, но старое здание преподаватели по-прежнему вспоминают с теплом. Там становление мое произошло, там у меня первый класс был набран моих учеников, первые выпускники. Вот с того выпуска у нас сейчас работает Элеонора Корзова, это моя бывшая ученица, она сейчас пришла к нам. Несмотря на то, что в этом году сделать полноценный праздник не удастся, педагоги отмечают, что 55-летие не только веселье, это повод посмотреть в прошлое. Праздничное настроение есть, потому что 50-55 лет – это жизненный итог школы. Это время подводить итоги, а итоги есть что подводить. Действительно есть. Ученики школы – неизменные участники муниципальных и областных концертов, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. У каждого преподавателя в этой школе есть чем гордиться. Наш директор Екатерина Владимировна – это моя ученица по классу вокала. Замечательный человек. Есть две ученицы, которые учатся сейчас в ГИТИСе, в оперном классе и на актерском факультете. Это Полина Пелецкая и Кардава Софико. Есть одна ученица, которая работает уже в Мариинском театре у Гергиева, солисткой оперы. Несмотря на ограничения, все же планы на организацию юбилея есть. Пусть не такие, как думалось еще год назад, но все же они помогут создать ощущение праздника. Мы сделаем онлайн-выставку школьных работ обязательно. Возможно, сделаем онлайн-концерт. И я думаю, что если условия позволят, в следующем году мы сделаем большой отчетный концерт в апреле. В конце концов, главная цель всех этих мероприятий в очередной раз заявить: мы есть, мы работаем, мы развиваемся и не устаем нести прекрасное в этот мир. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ.